А знаете ли вы, по какому жесту можно узнать ответственного, уверенного, прошаренного в современной кинологии хозяина? Думаете, по команде «рядом» и рывку поводка? Или по невероятному трюку от собаки? Нет. По уверенно произнесенной фразе «пожалуйста, не трогайте мою собаку». А вы задумывались, что почти все укусы приходятся на домашних собак? То есть самые частые кейсы укусов – это домашняя собака кусает человека. Кстати, не всегда незнакомого или малознакомого. Очень часто самих владельцев. Хотите этого избежать и не быть покусанным, а также хотите быть тем, кому никогда не скажут фразу «не трогайте мою собаку»? Рекомендации из этого ролика для вас. Они одинаково подойдут как в общении с домашними, так и бесхозными собаками. А для того, чтобы защитить личные границы собак, а также уберечь людей от покусов, этому ролику очень важны ваши лайки и реакции в комментариях, чтобы ролик смог продвинуться и его посмотрели как можно больше людей. Всем спасибо за ваши пальцы вверх и комменты. Почему собаки кусают? Есть множество причин: страшно, неприятно, непонятно, злится, раздражена, что-то болит и так далее. То есть все они имеют право существовать, ведь собаки живые. Чаще всего укусы происходят, потому что собака просто не может донести по-другому свои эмоции, потому что мягкие предупреждения люди не понимают. Это из-за чего? Из-за того, что люди не знают языка тела собак. Кстати, очень советую его поизучать. Собаки с нами разговаривают, и понимать их не так уж и трудно. На тему языка тела мы снимали ролики, а в школе периодически проходят бесплатные эфиры на эту тему. Можно подписаться и поизучать материалы в описании под видео. Пожалуй, про не бегать и не орать перед носом у собаки я пропущу. Особенно этого не надо делать у незнакомой собаки. И перейду к менее очевидным пунктам. Надо просто усвоить, что далеко не все взрослые собаки любят, чтобы их гладили. Особенно незнакомые люди. Не надо тянуть руки к незнакомой собаке с целью погладить. Особенно через нос, через глаза к темечку. Вот так делать не надо. Видите, как тянется рука человека через нос, через глаза? Собака хочет понюхать руку, но она продолжает, рука, тянуться. Человек ведет себя неуверенно, его движения неловкие, сомневающиеся. Собаку это тоже может смутить. Конкретно эта хаски прижала уши и согласилась потерпеть не очень нужное ей прикосновение. Если уж ну очень хочется тактильного контакта с псё, то замените на такой вариант. Показать ладошки или ладошку – жест. Мягко почесать под подбородком. Естественно, предварительно спросив разрешение у владельца собаки, а затем и у самой собаки. Ладошки как раз для этого. Демонстрация ладошек – это вопрос от вас. Можно тебя погладить? Соответственно, ждем ответ собаки. Если она просто понюхала или отошла, не хочет, чтобы ее трогали. Подходит, трется, прислоняется, тянет мордочку. Собака готова. Хочет потрогаться. Осталось стоять на месте, но не напряглась. Скорее может просто потерпеть ваше прикосновение. Не надо тянуть руку через голову, чтобы потрогать спину. Вот так. Ну, очень хочется потрогать собаку больше, чем просто под подбородком. Это может быть лопатка или еще вариант за ушком. Вопрос собачникам. Как вы сами относитесь к тому, когда мало знакомые или незнакомые люди хотят погладить вашего хвостатого? Испытываете чувство гордости и позволяете, или не разрешаете и вас это бесит? Что тогда говорите в этом случае? Лично я разрешаю нечасто. Это зависит от контекста ситуации, поведения человека, настроения моей собаки. Если нет, то так и говорю. Нет, нельзя. Спасибо, что спросили. Стимулы. Не надо гладить и пищать. Разговаривать активно. Сначала делаете, то есть гладьте, молча. Так вы разгрузите собаку от переизбытка эмоций. Хотите поговорить? Добавляйте чуть позже спокойный, ровный и протяжный голос. Не переходите на ультразвук. Собаки этого просто не любят. Знаете, когда «Ути, какой пусенька!» Хозяева, кстати, тоже не любят. Давайте посмотрим следующие кадры. Во-первых, здесь происходит ровно то, что я говорила ранее. О том, что надо спрашивать разрешение у собаки и дожидаться ее ответа. Посмотрите внимательно, как собака реагирует на поглаживание.
Правильно, никак. Она просто терпит. Таким образом, она говорит: у меня есть дела поважнее, например, груминг, вылизывание. Девушка упорно не понимает, да еще и разговаривает рядом. И собака решает прогнать такого человека, ну просто как назойливую муху. Очень радикальным способом. Не исключено, что у собаки есть травмы, боли, усталость от того, что, например, все чешется, и тут девушка просто давит на больное. Так еще и на видео видно, что рука тянется перед тем, как будет покусана, и направляется именно к тому месту, который вылизывает собака. И собака, возможно, могла воспринять это как: ты мне сейчас помешаешь вылизывать свою лапку. Здесь много всего, но основное — это собака не реагирует на поглаживание, то есть она не хочет, чтобы ее трогали. Человек слишком близко и говорит что-то собаке, усиливая стимулы, то есть усиливая свое присутствие рядом. Наклоняться и нависать над псё. Как здесь и здесь. Когда над тобой что-то нависает, это в целом неприятный физиологический, что ли, особенность, момент. Особенно, если это совершенно незнакомый живой человек, который еще и руки тянет, непонятно зачем. Хотите большего контакта и уверены в собаке? Присядьте рядом. Хотя, если честно, я так не делаю с чужими собаками. Не очень понимаю, зачем к ним так активно лезть. Но только если уж собака, ну, очень контактная и тактильная, и сама меня об этом просит, тогда я присяду и поглажу то, что она мне предлагает. Часто они начинают вставать боком, тогда я поглажу лопатку. Собака может сама лечь и перевернуться на спину. Да, здесь я могу аккуратно погладить живот. Я буду, ну, очень внимательна к сигналам тела собаки, к ее напряжению. Хотя обычно я не присаживаюсь и остаюсь в положении стоя или сидя, ну, типа на стуле. Оставаясь в пределах выше ранее рассказанных зон. Подбородок, ушки и лопатки с незнакомыми собаками. Я очень люблю глагол «оглаживать». Я считаю это даже профессиональным прям термином, потому что оглаживание предполагает долгое касание, протяжное, продавливающее, спокойное. Не могу смотреть на то, как люди чухают животных, а скорее даже как-то теребят их. Да, я тоже могу беситься, хлопать, щипать за шкурку собак, да даже и своего кота. Я немного фамильярно могу его трогать. Но мы с вами в ролике про контакты, когда могут быть укусы, например. Вы мало знакомы с собакой, вот тогда и не надо терпеть мало знакомую вам собаку. Потряхивать, похлопывать, резко трогать, быстро двигать руками при прикосновениях. Лицо. О май гад. Я просто не понимаю, как можно совать свое лицо к незнакомой собаке. Я могу допустить ситуации, когда собака сама тянется к лицу. Тогда я могу дать понюхать или даже лизнуть. Это зависит от собаки, от языка ее тела, контекста, степени ее домашности и так далее. Но я не понимаю, когда лезут лицом люди сами, да еще и к незнакомым собакам. Каждый раз, когда я вижу, у меня сжимается сердце от страха за лицо. Углубляется ситуация уже упомянутым голосом, а также обнимашками и фиксацией, то есть придерживанием собаки руками. На этих кадрах сошлись многие-многие факторы. Девушка плохо знает собаку, и собака не ее, это не владелица пёселя. Девушка нависает над собакой, находится сзади, когда пёсель в целом не может контролировать ситуацию. Собака лежит, возможно, она до этого отдыхала, ее беспокоит. Собака пожилая, и очень вероятно, что у нее есть боли хронические. Очень редко, когда пожилых питомцев заботятся о них должным образом и профилактируют постоянные ноющие старческие боли. Итог – 40 швов. На фото, кстати, хорошо видно, что собака активно показывает свой дискомфорт перед укусом. Все рекомендации могут соблюдаться и в отношении вашей собственной, хорошо знакомой вам собаки. Но своим хозяевам, знакомым людям пёсели могут, конечно, позволять больше. Они для них более понятны, предсказуемы, эти люди. К ним больше доверия. Тут все как у людей, например. Если трогают вас за голову, то это в любом случае может быть неприятно. Но есть большая разница, кто это делает. Близкий или незнакомый человек. Ну или малознакомый человек. Есть, например, обнимашки и любимые люди.
Но при этом, например, мы не готовы к ним, к обнимашкам, весь день. Мы не готовы к тому, что их будет чрезмерно много, и они будут в любой ситуации. Ведь и обнимашки от любимых людей тоже бывают неуместными, то есть неприятными. Так и у собак. Даже если они вас, собаки, безумно любят, есть ситуации, когда их не надо трогать. Но в целом есть правило – не надо трогать их много. Особенно, если членов семьи много. Собакам так же, как и нам, нужно личное пространство. Не отбирайте ресурсы – еду, предметы, игрушки. Это, кстати, касается в основном владельцев, так как большинство догадывается, что у незнакомой собаки не нужно забирать косточку, игрушку или миску. Большинство, но не Цезарь Милана. На этих кадрах Цезарь летит в миску к лабрадору абсолютно нормально, что собака стала еду охранять. Цезарь бьет собаку, она защищается. И опять же, это нормально, что животное не хочет разделять ресурсы и реагирует агрессией на агрессию. Постоянный отбор ресурсов у собак, провокации, помехи во время приема пищи – это провоцирует охрану ресурса и покусы. Про охрану ресурса не так давно на канале вышел ролик с Ольгой Журавлевой. Посмотрите его. Также учите собаку спокойно относиться к еде на земле, к пищевому мусору. Учите приносить, обменивать, а не запрещайте и не отнимайте это. Контролировать собаку, отбирать у нее – это путь к укусам. На тему подбора пищевого мусора можно посмотреть бесплатный вебинар от школы LoveGov. Ссылка будет в описании. Также здесь хочется добавить, что собака может охранять как ресурс не только еду или игрушки, но и свой сон, покой. Не надо будить спящего псё. Трогать и сообщать ему, ну как же миленько он выглядит. Представьте себя на месте собаки. Что бы вы сказали человеку, который решил потрепать вас за щечку со словами «Это кто тут такой мисенький-мусенький спит, слюнки пускает?» Я бы просто убила. Вот на этих кадрах собаки спят или отдыхают, и их сон тревожат проходящие люди. Не надо так, особенно с чужими собаками. Это может быть сильно небезопасно. С домашними тоже так не надо. Они имеют право на личное пространство. Что еще хочу сказать в этой теме? Да, укусы – это нехорошо в любом случае, но это как драка между двумя людьми. Но что бы вы делали, если бы вы попросили раз 100 вас не трогать, но оппонент бы продолжал это делать? Предполагаю, что сначала бы произошло повышение голоса, тире, рычание, как у собак. Толчки с вашей стороны, тире, как предупредительные укусы со стороны собак. Удары с вашей стороны, тире, как укусы у собак. То есть шло бы все по возрастающей. У собак есть права, эмоции, чувства. Они могут быть более или менее раздраженными, невыспавшимися. У них тоже бывают головные боли, они могут что-то не понимать, раздражаться, пугаться, быть более или менее тактильными, да просто голодными, более или менее чувствительными. Я не хочу сказать, что «а давайте, собаки нас будут кусать, а мы это будем принимать». Но чаще всего не быть покусанным – это ваша ответственность, а не собаки. То есть это ответственность человека. Соблюдайте правила общения с собаками, особенно если они вам не знакомы. Как в целом выстроить комфортные отношения со своей собакой? Об этом на курсе «Все об все». Помимо основ воспитания и дрессировки, этому посвящен целый блок. А также уроки о том, как понимать собаку в принципе, то есть вообще, ее язык, настроение. Заглядывайте под видео, все ссылки будут там. Ну что, как вам тема? На какой балл по полезности вы готовы оценить от 0 до 10? Чтобы и дальше разбираться в тонкостях важных человеко-собачьих тем, подписывайтесь на канал Школы дрессировки LoveGov. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Я желаю вам хороших тренировок, а вашим макроносам послушных хозяев. Всем LoveGov!